Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Кстати, про коллег. Хочу поблагодарить Владимира с канала «Записки моделизма». Благодаря его стриму я познакомился со своим земляком, тоже любителем бронетехники, стендового моделизма. С Вячеславом Адамовичем я познакомился, и он был у меня в гостях. И один из первых увидел КамАЗ вживую. Вот. Я очень рад знакомству и очень рад, что Слава оперативно приехал в гости, не постеснялся, заскочил. Вот. Мы с ним пообщались. Я очень рад нашему знакомству. Ну, теперь продолжим про КамАЗ. Ну, и что я вам хочу про него рассказать. Как видите, я его уже закончил. Не грязнил, не пылил. По легенде, машина стоит в автопарке, чистая, намытая. Так как это мой первый КамАЗ, я не захотел его грязнить, оставил его чистым. Сборка полностью из коробки, только заменил и поставил одну решетку. Колеса, резину не менял. Оставил тоже наборную. Ну, она как бы неплохо смотрится. Я решил ее оставить. Модель в сборке понравилась. Особо никаких значимых косяков не обнаружил. Как бы были небольшие косячки, об которых я рассказывал в видео. Но сама машина, сама сборка понравилась, за что отдельный респект и отдельное спасибо фирме ICM. Красил красками Tamiya и мистер Хобби Ганзой. Разводил по своему рецепту. Может, кто не видел ранние видео, особенно где я делал покраску, как я разводил краску. Это вы можете посмотреть. Там я все подробно показал, все подробно рассказал, в каких пропорциях что мешать. Цветом я очень доволен. Очень хорошо получился. Ну, по модели я сделал смывку и сделал масляные точки. Ну и перед покраской также делал предшейдинг. Результатом я доволен, машина понравилась, размеры машины тоже очень впечатляют. Так что любителям советских автомобилей советую собрать данный КамАЗ. Также хочу поблагодарить своих подписчиков, которые всегда комментируют мои работы, с которыми мы непосредственно общаемся. Спасибо вам, ребята, спасибо за поддержку. Вот. За все спасибо. Ну, на этом буду заканчивать данное видео. После видео вы можете посмотреть фотосессию. Спасибо вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь на канале и следите за выходом следующих видео.